На завтра за мощного ветра объявлен оранжевый уровень небезопасности. У некоторых районах Минской области порывы ветра будут достигать 20 метров за секунду. Местами пройдут короткочасовые дожди и навальницы, а температура по ветру днем около 20 градусов тепла. У Минску по прогнозах синоптиков без опадков и плюс 17. В воскресенье воздушная масса будет уже более прохладная. Ночная температура от 3 до 8 тепла. Днем в Минской области 11-16, в столице 13-15 градусов. И также по северо-востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Наступный тыдень начнется так само с холодноватого надворья. Атмосферные фронты с полночного захода принесут дожди. У ночные годины около 8 тепла, у день 12-16.